Все, и он никуда нас не отводит, прикиньте. Смотрите, а сюда заходим. Вот оно наше все, просто обалдеть. Что тебе осталось убрать? Цистерну в диспетчерской. Щелчок, конец списка. Заканчивай свое задание. Щелчок, отлично, перезапуск задачи. Вот, и смотрите, что он делает. Он идет сюда. Вот, и взрывает вот это силовое поле. То есть мы, когда нафоршмачим на компьютере, там все, да, он нас просто не запирает, смотрите. Бах, красота, да? Вы получили 1000 оптов за то, что сделали небольшую уборку. Мистер помощник получает ранение, теряет здоровье, умирает. И, собственно говоря, все, ребят, мы покидаем базу эту, да. Я не знаю, как это у нас сложится на дальнейшее прохождение, конечно. Но очень надеюсь, что ни черта не произойдет. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Fallout 1 часть. Ну вот, и в прошлой серии мы попали в плен, и я решил пройти эту тюрьму, да, откуда сбежать. Оказалось, я специально не на запись, отсюда можно свалить? Представляете, я никогда этого не делал, давайте попробуем. То есть, разработчики, вы только представьте, продумали. Хотя, может быть, это Fix Edition сделано, черт его знает. Но в любом случае, отсюда можно сбежать и вернуть все свои вещи. И еще я с багом столкнулся. У нас у этого лоботы... По идее, у нас все отобрали вещи. Но смотрите, он в броне, прикиньте. То есть, получается, мы сейчас задюпаем броню, что ли? Это вообще дичь тогда. Я не знаю, как с этим быть. Может быть, конечно, этот самый... Задюпается у нас силовая броня, но я этим, наверное, пользоваться не буду. Хотя, черт его знает. Ну, нет, наверное, не буду, потому что это все-таки откровенный чит, да. И как бы толку нам с этого никакого. Единственная проблема у нас составляет вот с этим лоботрясом, потому что он нас не пропускает, так как как сказать, ну, короче, сразу атакует, да? Вот, единственная проблема с остальными, мы можем их уговаривать, мол, типа, мы там специальный мутант и все дела. Вот, я не знаю, как вот этого, кроме как атакой, вот, ты не можешь стоять, ты не можешь убежать. Давай... Наша жизнь. А, я понял, наша жизнь, я понял. Вот, единственное, его сейчас тогда с помощью атаки пройдем, и все. То есть вот так вот. Включаем атаку. Включаем атаку и вот так вот. Все, теперь у нас, по сути, эти лоботрясы мимо него спокойно проходят. То есть он на них не агрится, а агрится только на нас. Все, так, давай сразу сохранимся. У нас, а вот этих вот почему-то они, то есть относятся к нам как к этому, к, как его, ну, короче, сейчас вы покажете, то есть вот. Так, как человек, очень интересно, пойдешь со мной к лейтенанту или сдохнешь прямо здесь? Только после тебя. И, во. Вот мы и встретились, стой, теперь ты от меня не уйдешь, готово. А, подожди, этого тоже получается надо пройти, да? А, я уж забыл, как там делал-то. В общем, тогда вот этих двух надо пройти. Вот здесь лежат наши шмотки, а вот этих лоботрясов, которые там, их можно обмануть. Так, ладно, сдаюсь, пойдем. А давай попробуем. Ладно, сдаюсь, пойдем. Ага, я понял. Ну, черт, окей. Ваша... Я понял. Сейчас сразу все варианты попробуем и посмотрим. Но отсюда точно можно сбежать, это просто обалденно. Наверное, здесь можно как-то с инвизом что-то пройти, знаете, прокачать там, но не хочется, поэтому... так, только после тебя. Вот что сейчас происходит, я не понимаю. Вы устрелились снова. Сожри это. В общем, что-то непонятно. Ладно, давайте тогда его просто пройдем сейчас нашим способом. Да, господи. А, смотри-ка. Только после тебя. Триггер, видать, сработал, да? Так, вот сейчас бой заканчиваем. И он на нас не атакует. Здесь нас ждут товарищи, вот. Твоя стоять! Меня отвести к лейтенанту. Подчиняться или умри. И вот с этим уже можно, смотрите. Я тоже мутант особого вида. Выполняю секретное задание создателя. Пусти или пожалеешь. Отлично, наверное, тебя надо отвести к лейтенанту. Все, и он никуда нас не отводит, прикиньте. Смотрите, а сюда заходим. Вот оно наше все, просто обалдеть. Единственный минус, что нам надо сейчас вот эту вот лабуду одеть. Давайте быстренько сейчас посмотрим, будет ли агриться на нас. Теперь мы типа эти чада собора, да, вот это вот на меня будет агриться или нет. Тебя ждут диспетчерской, поторопись.
Все, нормально, видите, то есть мы его даже прошли, и все, и нормас с мантией, да. Теперь нам надо, получается, броню себе захапать. Так, и одеть ее. Так, где там у нас сила наша броня-то? Она хоть есть тут вообще? Подожди, а где она? А, вот. Так, две, наверное, не влезет, да. Одна только влезет, да, блин. Так, вот мы одели ее, она 80, да? Вот мы ее одеваем. И сейчас мы можем одеть, ой, забрать вторую броню. Сейчас мы раскидаем этим лоботрясом броню нашу. Так, давайте-ка посмотрим с этим. Вот у нее ничего нет, да? Мы ему говорим. Обговорим тактику, используя лучшее оружие. Ну-ка, он снимет ее или нет? Наверное, просто баг это, да, я так понимаю. То есть, ну, нормально, все, тогда у нас не задюпалось ничего. Сейчас мы ему дадим броню. О, кстати, а можно вот так сделать. Может быть, он ее снимет. Просто он, мне непонятно, почему он отображает эту броню, блин. Давай попробуем ему, обговорим тактику. О, поменяй броню. Может быть, он снимет сейчас, задюпаться или нет. Тут жутко интересно. Вот он, все, поменял, да. Сейчас попробуем у него слямзить ее. Если там силовая броня, да, все-таки нету, нормально. Все, тогда не задюпалось, хорошо, это чисто вид, да, значит, был. Нормально. Так, теперь говорим, говорим тактику, поменяй броню. Ага, и все, и пока норм. Так, все, вот теперь нормально. Сейчас мантию обратно забираем, все, отлично. Так, теперь этого надо одеть. Кроме того, нам надо сейчас забрать здесь все. Ну, все, наверное, не влезет, да. Давайте самое тяжелое сейчас тогда перекинем ему. Так, типа вот всех этих миниганов. Не влезли, да? Так. Так, два. Это у нас... Ой-ой-ой, какие они крепкие. 58. 27. Да, 58. Да, немножко не хватает, ну ладно. Так, сейчас мы ему отдадим, чтобы у нас... Так, у него 200. У него вообще пусто, да? Отлично. 150. Так, может быть, сейчас все влезет у нас. Самое главное сейчас все забрать отсюда. Блин, не хватает. Так. Давайте самое тяжелое тогда. Так, винтовку эту мы сейчас отдадим. Броню. Так, эти. Так, 70. Броню давай тоже сюда. Это сюда, это сюда, это сюда. Так, это все. Ага, вот так. Так, давай. Самое тяжелое сейчас все ему отдадим. Так, вот это, вот это, вот это, вот это. Так, у него 80. Так, миниган, пистолет. Так, это все пока сюда, отлично. Блин. Так, нормас. Не закрыл хотя бы, да? Так, может сейчас? Нет, нельзя еще. Так. Так, стоп. Так, это... Это... Этого нету. Все влезли, отлично. Так, 20 берем. 30, так, 19 уже точно не хватит. Так, пистики. Все, отлично. Главное, чтобы вот это на нас сейчас не забычил. Так, 45. Ствол сюда. Так, Патрик, и так он этими стреляет. Давай все. О, отлично. Подожди, не отлично. Не, нифига не отлично. Так, 3, 4, 16. А, хотя бы немножко ему перекинуть, чтобы он... да, вот так нормально. Так, теперь этого бы надо позвать сюда, лоботряса. Чтоб нас на этот не загрелся. Так, давай-ка сохранимся. Сейчас все там прочитаем в компьютере, всю информацию получим. Мне вот самое важное там, не знаете что... Получить всю информацию про эту фигню и сбежать отсюда. И вот что с этой информацией можно сделать. То есть я не собираюсь пока здесь всех уничтожать, мы в любом случае сюда вернемся. Но получить всю информацию, я думаю, что классная тема. Вот, поэтому я вот и хочу попробовать. Так, 99, давайте пока все сюда запихнем. Так, вот это, наверное, нашему этому надо, да? Так, все, так нормально пойдет. Так, давай тут. Блин, вот этих вот лоботрясов, наверное, попробовать обворовать надо, да? Так, теперь-то можем? Можем, отлично. Давай попробуем, зайдем сюда.
Да, нифига. Так, ладно, в любом случае мы все взяли. Сейчас быстренько по этим раскидаем. Посмотрим, что здесь у нас есть. 3 ракеты. Ну, уже, кстати говоря, не могу взять, поэтому надо раскидывать. Так, у этого у нас битком, да? Да, 8 битком. Так, ему надо, короче, заменять. Ага, 7, я понял. Так, иди сюда. Надо сказать ему, чтобы он поблизости был, зараза, блин. Блин, я боюсь, что этот загрится. Вот этот вот. Так, надо ему сказать, чтобы броню одел, да? И получается 112 у него есть перевеса. Давай вот так. Так, все ножи. И нам... А, так, патрики у него все есть, отлично. Давай все сюда. Так, 50. Так, динамит на... На всякий случай давайте ему не будем. Пёс его знает, что от него ждать. То динамитом там начнет кидаться, болван. Так, надо сейчас поговорить с ним. Так, обговорим тактику. Поменяй броню. Используй лучшее оружие. И на поблизости, чтобы он постоянно тусил, падал с нами. А то он так будет гонять. О, видите, вот теперь нормально бежит. Так, все, мы отсюда все взяли. Замечательно. Теперь, так. У нас теперь 181 веса. Нам сейчас надо перекинуть немножко веса вот от этого. Лоботряса, потому что у него будет пистолет. Надо вот эти вещи ему перекинуть. Поэтому давай вот так вот гатлинг возьмем. Все вот эти перекинем, все вот эти перекинем. Во, отлично, идеально. Отлично, идеально. Так, теперь ты. Гатлинг влезет в него, должен влезть. Десяток, да, 21. Все. Вот так норм. Электронная отмычка нам еще пригодится. Остальное, в принципе, все пойдет. Отлично, так. Сохраняемся и сейчас попробуем стащить у этих лоботрясов все патроны. Нам это в будущем поможет. Давай попробуем. Вы крадете, отлично. Разорванная ракета. Ну просто превосходно, можно, наверное, прямо сюда охраняться, так. Жалко, сам миниган не можем стащить. Так, радиопатроны эти, ага. Все, вы крадете. Ну, просто превосходно. Обалдеть. Так, сейчас самое важное. Давайте посмотрим, среагирует он на нас или нет. Вот мы все встретились, теперь ты от меня не уйдешь. Так, если его завалить быстрее, чем за 2 хода, по-моему, то у нас не будет этого. Не будет тревоги подняты. Ух ты, зараза. И тогда... Нормально все будет, но у него просто пипец урона, конечно. Вернее, хп. Смотри, он еще уворачивается. Но это сейчас точно загрелись уже. Все, да? Так, ну-ка. Так, Филипп получает рану, теряет здоровье. Тар-та-та. Ой. А, все, тревога. Да-да-да, видите, загорелись эти лампочки. Все, тревога есть, отлично. Так, тогда мы и его сейчас пройдем обратно. Тогда без этого, без брони, вот так. Сейчас он, по идее, на нас не должен загриться. Вот, и все. Так, давай попробуем посмотреть, что у него там есть. 100 патриков, давай сюда. Отлично. Отлично, ну просто превосходно. Все, мы слябзили, у нас... Все, мы теперь все вернули, да? Теперь нам надо получить максимальную информацию со всего. И даже мимо этого сейчас мы, по идее, должны проходить нормально. Так, сейчас вернемся тогда, получается. Этот лифт не работает 100%, поэтому пошли вот сюда. Во. Ты не имеешь права быть здесь. Сюда закрыт проход чадом. Почему? Что это за место? Так, у меня есть пропуск во все... Так, ладно. А почему? Что это за место? Это отделение с камерами для заключенных. Тебя бы... Здесь мы держим людей, причем их купают. Классно, да? Что значит купают? Ты говоришь, слишком глупо. Ты не дитя собора. Ты, наверное, засланец. Так. Я понял. Ладно. Ваша... Не стоит ему говорить про это, да? Но он не такой, видимо, тупой. Ну, ладно, тем не менее. Так, давай, почему же что это за место? Ясно, спасибо. Ты должен уйти, да, все, мы уходим.
Вот, и давайте тогда вот тут вот спустимся, еще на четвертый этаж. Там как раз-таки этот дрищ стоит. Вот, и здесь мы получим всю информацию сейчас. Здесь можно без этого, без халата этого ходить. Вот, но на всякий случай, то есть, кстати говоря, может быть даже нам опыт дают, если, если без халата. Давайте попробуем без халата. По-моему... Ничего нам не дают, но тем не менее... А, умри, нифига себе. Темнота. Ничего себе. А почему так? Почему так? Ладно, давай тогда в халате. А, подожди, а что за фигня? Ваша ж... Чё-то я не понял, а что я сделал не так? Почему на меня атакуют-то? Может, триггер этого? Давай вот так попробуем, может быть он? Действительно... Блин, я черт его знаю. Давайте так попробуем. Может, он все-таки триггерится, вот этот вот? Или на... А, может быть, надо с этим лоботрясом нельзя говорить, да? Мы-то ведь все-таки убежали его, не прошли. Ну-ка. Да, теперь ты умрешь. Смотрите, короче. Получается, видите, как хорошо сейвы-то делать? То есть здесь... Ой, что такое? Это что такое было? Что за фигня? Так, в общем, сейф у нас здесь. Это все этот. Так, вот. Перед ним. То есть, получается, сейчас быстренько проверим. Видимо, нельзя триггерить его вообще никак. Сейчас быстренько пробежимся. Может быть, действительно его вообще нельзя триггерить никак. А может быть, вот этих нельзя триггерить. Ну-ка. О, я тоже мутант. Если... А, если говоришь неправду, то умрешь. Все, отлично. Так, сейчас возьмем халат и посмотрим. Так, чисто проверить. Если так и есть, то, ребят, я тогда просто быстренько все заберу опять сюда. Ну-ка. О, ему вообще наплевать, да? И вот сейчас, если мы вернемся, то нам, по сути, даже вот этот вот не страшен, да. Почему? Спасибо, ясно. То есть вот так вот. Проходим сюда. И сейчас, по идее, они не должны на нас нападать. То есть, видимо, этот затриггерился, да? Надо обязательно найти вот этот вот. Блин, вот когда тестировал, даже в предыдущем прохождении я ведь вышел сюда, все нормально было. Ну-ка. Да, вот видите, стоять сюда нельзя, уходи. Я из собора пропусти. Хорошо, проходи. То есть, видимо, зафейлили вот как раз-таки вот в этом месте, да? То есть, вот с этим лоботрясом мы поговорили. Он нас сказал, что отведет, и все. И типа триггер на нижних этажах запустился. Ладно, сейчас я быстренько тогда все вещи заберу. Все то же самое сделаю, которое, только не говоря вот с этим. И дальше продолжим уже там, дальше на втором этаже или там на четвертом. Так, ну, в общем, все. Я все сделал, все отлично, все работает. Главное этих пропустить лоботрясов, вот с ними никак не взаимодействовать. Все украл. Вот этого атакой пропустил, на всякий случай. Мы все равно еще вернемся сюда, потому что выход там. Вот, и все, побежали дальше, получается, лутать тут все, да? Сейчас информацию из компьютеров получим, там сейчас хитрая штука будет. Я уже все тут посмотрел в прошлый раз. Вот здесь закрывается дверь, вернее, такой желтый, желтый силовой щит, или как он, силовое поле, вот, и нас не выпускают отсюда, если зафаршмачить. Поэтому сейчас тут хитро надо будет поступить, давай сюда. Этих сейчас мы обманем просто, можно сказать, я из собора. Вот, отлично, наверное, тебя надо вести клинат. И ничего не происходит. Так, сейчас мы их тут обворуем, давайте сразу сохранимся. Вот, смотрите, какая штука тут есть. Есть у нас сломанный дроид. Мы его можем починить ремонтом. Вот, робот отремонтирован, но все еще не работает. И сейчас мы его наукой доступ к нему получим. Вот. Вы перезагружаете встроенный компьютер и успешно перезапускаете робота. Вы замечаете, что рация робота сломана. Вот. И робот 462 готов. Проверка определения данных о местонахождении исправлена. Восстановление файла памяти исправлено. Ошибка. Задача не выполнена. Какая задача не выполнена? Робот 462 предназначен для уборки. Должен закончить уборку и текущий ремонт данного уровня. Что тебе осталось убрать? Цистерну в диспетчерской. Щелчок, конец списка. Заканчивай свое задание. Щелчок, отлично, перезапуск задачи. Вот, и смотрите, что он делает. Он идет сюда.
Вот, и взрывает вот это силовое поле. То есть мы, когда нафоршмачим на компьютере, там все, да, он нас просто не запирает. Смотрите. Бах, красота, да? Вы получили 1000 оптов за то, что сделали небольшую уборку. Мистер помощник получает ранение, теряет здоровье, умирает. Вы выводите из строя излучатель, силовое поле исчезает. Просто обалденно. И еще у него там осталось валяться еще всякой лабуды, которую мы можем подобрать. И это прям еще здорово. Так, ну тут ничего не можем подобрать. А вот миниган. Максимальный вес, да? Так. Сколько же миниган этот весит-то? Так, давай, давай. И патрики к нему. Да что ты? Ну давай. Во. Так, и тут у нас все, да? Мистер помощник. Помощник, во. И, соответственно, все. Красота. Мы теперь... перевес у нас, конечно, но, в принципе, мы ничего брать не можем. Ну, по сути, на нас это не особо что влияет. Если что, в халате можно бегать, да, и нормас. Так, давайте сейчас этих вот товарищей. Кстати, их, наверное, можно уже прямо и в броне, потому что мы их, по идее, обманули, да? Вот так вот сделаем. Вот, они нас, по идее, на нас не должны агриться. А, нет, смотри-ка, агриться. Обалдеть. А если бы я, интересно, сказал, что я, например, не из собора, а просто какой-то мутант? Это как-то интересно повлияло бы? Даже интересно. Ну-ка давайте чисто попробуем. Как-то повлияло бы на это? По идее, если бы мутант, то мы можем и без мантии, да? Ну-ка давай. Вот, я тоже мутант. Хорошо, проходи. Вот, и сейчас снимаем. Твоя сдаваться, я тоже мутант. Отлично, наверное, тебя надо вести к лейтенанту. Не знаю, что произошло, но, видимо, надо говорить именно мутант каждый раз, да? Да, видимо, каждый раз мутант надо говорить. То есть, видите, сейчас он не тот самый, не агрится. А когда я сказал, что я из этого, из, как его, из храма, короче, в этой, да, шляпе. О, второй раз, когда я к нему, подошел, да, он сразу же атаковал, блин, вообще пипец. Так, ладно, давай сейчас по-быстренькому тогда взорвем эту фигню, и надо будет их обворовать. У вас нет доступа к роботу, так как он отключен. Подожди, что, ремонт не удался, что ли? О. Значит, понятно, но вам нужно больше времени, чтобы полностью отремонтировать. Окей. Так, наука. А не можете перезапустить его? Что за фигня? Блин, еще тут и шанс какой-то. О. Так, какая задача? Чего убрать? Заканчиваем. Да, все отлично. Так. Сейчас, если он взорвется, то нормально. Тогда этих сейчас будем обворовывать и все забирать тут. Уничтожать я их пока не собираюсь. Сейчас посмотрим, чтобы точно. Все, отлично. Так, кстати, может быть, фигня-то это, знаете, в чем была? Может быть, это из-за того, что... как его? Из-за того, что... Ну-ка. Не, нормас. Я думал, из-за того, что он взорвался, может быть, что-нибудь как-нибудь с этим. Ладно, сейчас там все заберем, давай тут. Так, пластическая взрывчатка и... Вроде ничего нету больше, так, давай воровать. Патрики нам... Да, вот рация нужна на будущее. Так, понятно. Вы крадете рация. Так, эти лоботрясы у нас тоже, по идее, все... да. Все у нас, по идее, должны уже экипированы быть. Так, давай вот так вот сразу сделаем тогда. И сюда же сохранимся. Блин, прикольно. Я ни одного прохождения не видел, чтобы сбегали именно с базы. То есть все проходят... Блин, ну это сразу. Кстати, рацию можно в этот самый поговорить с ней и вызвать этих лоботрясов всех, по-моему. Чтобы они все убежали и что-то типа такого. Давай, бро. Хорош. Отлично. Так, давай. Вот жалко, они в руках держат, блин. Блин, надо все-таки сзади, да, стоять. Интересно, это как-то влияет? Мне, конечно, подсказали, что, мол, типа, если ты стоишь сзади, то шанс больше. Может быть, тогда и скрытность как-то влияет. Так, кража-то третья, да? Третья. Кража у нас 110 даже, просто пипец.
Да что ты, зараза? Мы твои хозяева. Сколько у нас коража? 110%! Блин, я не знаю, что не так с этими лоботрясами. Вот это пипец. А ты зараза, блин. Вот эти патроны свои. Так охота, что ничего тут не осталось, блин. Вот так попробуем. О, вы крадете, отлично. Так, и стимпаки. Ты... Мужик, просто дай мне обворовать тебя и побежим дальше. Вот ты задрал. Вот за два стимпака-то тут просто мне глотку перегрызет, зараза, блин. Такая. Ну давай. Отлично. Вот так бы сразу. Не, видите, что охота свалить с этой базы, не поднимая шума. То есть, как бы, типа, нас как будто тут и не было бы, да? То есть, вот эти лоботрясы, которые здесь, они не подозревали бы, что я вообще тут был. Вернее, что я свалил. Вот в чем мне охота. То есть, чтобы никак это 100% на сюжет не повлияло. Потому что, мне кажется, если я тут пошумлю, вот, то у нас поднимется, типа, тревога, тут всех перебью. И, может, это как-то повлияет на, на сюжет, что-нибудь типа такого. Так, все, отлично. Так, сохраняемся и идем взламывать компьютер тогда. У нас теперь получается ничего не взлома, этот самый не, ну, не застанет. Так, ты что у нас? Я сдаюсь, все отлично. У нас поле не включается, прям красота. Так, я сдаюсь. Ну давай. Пропуска у нас нет. Вы получаете, вы пробуете использовать компьютер, но не можете получить какую-либо полезную информацию. Вам нужна карта доступа или научное знание для разблокировки. Так, атаки вроде нет, поэтому давайте тогда науку. 64. Вы смогли вызвать интерфейс, отлично. Так, давайте, коды нам не нужны, там только самоуничтожение, это все на потом. Так, логи поиска, нам нужно Грей, это вот мы читали, да? Так, скачать, да, скачать. Лог поиска, Боярский у нас, неожиданный конец строки, ошибка данных, команда логи поиска, Максон, вот этого мы не читали, да. И логи поиска, Андерсон, тоже ничего нету. Подключение к медицинским компьютерам. Каков текущий статус пациентов? Текущий статус пациентов, партия ВРЭ какая-то, там состоит из четырех медицинских, ой, мужских единиц и двух женских единиц. Все индивидуумы были подвергнуты воздействию ВРЭ. Основной показатель состояния организма в пределах нормы. ВРЭ-процесс на всех объектах завершен приблизительно на 50%. Ожидается полное ВРЭ-преобразование в течение 12 часов. Так. Я думаю, что-то случилось с одним из пациентов. Что я могу сделать? Ошибка кода доступа. Команда. Так, команда, да? Угу. Так, подключение. Так, статус пациентов. Я пациент, страдающий аритмией. Показать лог состояния. Ошибка кода доступа. Ой-ой-ой. Так, бей тревогу. Так, а чё, почему мы не можем-то? А, вот доступные варианты. Смотрите, нормально в этот раз, да? Отчет о состоянии отдельных пациентов. Так, какой файл пациент вы хотите посмотреть? Так, ну это читать, наверное, бесполезно, да? Просмотреть другой файл. Это, ну, короче, бесполезно. Это все нам неинтересно. Так, подключение. Каков статус пациентов? Так, с плавающий, ага, гост, код доступа. Так, а у нас здесь опять ошибка. А мы можем как-то подрубиться, интересно? К этой, смотри, вообще никак, да? То есть к этой мы можем, а ошибка кода доступа тоже. Так, у нас не загораться, отлично. Так, давай-ка сохранимся. Сейчас попробуем еще раз. Может быть, еще наукой попробовать? Может, там при определенном там каком-то научном подходе он? Вы пробуйте использовать компьютер, но система слишком сложна для вас. Вам придется попробовать что-нибудь еще. Обалдеть. Ага. Так, подключение к компьютерам. Каков текущий статус? Так, ошибка доступа. Подключение. Так, получается статус 2. 1. То есть получается 3. 1. 2. 1. 3. 1. 2. 1, 3, 1, 2, 1. Блин, пипец, никак не можем получить. 3, 1, 2, 1. Блин, вот зараза. Так, так. Мы сохранились. Давай попробуем тогда вкачать науку.
закинуть. Посмотрим, это как-то повлияет или нет на взлом. Вот чисто проверить. Так, науку прокачивать, конечно, не надо бы, но чисто здесь сейчас, чтобы сразу выводить все. Так, вот, да, подключение. Пациент. Ошибка кода доступа. Ладно. В общем, что-то мы тут не можем взломать, все, фиксим. Тогда просто загрузимся. И вот здесь вот еще есть один. Так, его тоже наука сейчас. Не удается ничего узнать. Так, может так просто? А, во-во-во. Видите? Вы слышите, громко говорите, тревога, обнаружен посторонний. То есть, и вот, вот нас вот здесь вот запирает вот эта лабуда. Ладно, все, тогда эти больше трогать не будем. Обычный, видите, компьютер. То есть, этот какой-то особенный, мы его трогать не можем. Вот, а остальные нормально, пес его знает. Ладно, в принципе, нам это не особо нужно. Давайте быстренько читанем, что у нас там последний еще был. То есть, в прошлый раз почитали аудиодневник Ричарда Грея. Это как раз-таки, походу, вот этот создатель, да? И дневник капитана Максона, давайте. Я Роджер Максон, капитан, номер жетона такой-то. Решил начать этот дневник, поскольку всем нам это все сильно не нравится. И я хотел бы, чтобы люди узнали то, что на самом деле здесь произошло. На нас спустились все своры ада, когда мы наконец узнали, чем занимались эти ублюдки-ученые. Полковник заперся у себя в кабинете, и кажется, у него там крыша поехала. Ребята требуют крови, они хотят, чтобы я им все объяснил. А я не очень-то знаю, что делать, но кто-то должен сделать что-нибудь, прежде чем все здесь закончится анархической кровавой баней. Каждый раз, когда мы получаем сообщение сверху, все становится хуже и хуже. Война катится в очень плохом направлении, а у нас тут назревает мятеж со совсем далеко идущими последствиями. Сегодня я не дал одному из парней казнить ученого и потребовал, чтобы мы допросили их. Мы должны узнать, что они замышляли. Сегодня я убил человека. Я допрашивал ведущего ученого Андерсона. Он раскрывал мне все подробности их экспериментов. Он сказал, что его приказы шли от правительства, но я на это не купился. Вопил о том, что он следовал приказам, что он был военным, и я его просто пристрелил. Я говорю себе, что нельзя было дать ему поднять мятеж, но я не уверен. Я пробовал снова поговорить с полковником через дверь, но он, кажется, полностью потерял связь с реальностью. Мы выбили двери, но успели только увидеть, как он прострелил себе голову за секунду до того, как спустить курок. Он сказал, что сожалеет. Кажется, убив яйцеголового, я закрепил свой статус предводителя. Теперь мне подчиняется беспрекословно. Допросы неизбежно заканчиваются казнями. Шелман протянула дольше всех, но в конце концов результат был тот же самый. Ее аргументы о приказах были слишком настойчивыми, чтобы быть полностью выдумкой. Задницей чуешь, что все это добром не кончится. Я даже больше не лгу самому себе о том, зачем мы убиваем ученых. Я, наконец, ответил внешнему миру по нашей рации. Не знаю, почему они никого не послали сюда, чтобы узнать, что произошло, когда мы перестали отвечать на их вызовы. Это все бессмысленно, но теперь они приедут. Я объявил, что мы выходим из Союза. Мы помним Джефферсона Дэбиса. Что же история скажет обо мне? Что, черт возьми, происходит? Мы объявляем свою полную независимость от армейского командования и правительства. И что с нами происходит? Ничего. Кажется, настает полный каюк. Не могу поверить, что эти ублюдки сделали это. Черт побери их всех, они запустили бомбы. Мы как раз пытались вырвать всю правду про эту историю из фон Фельдена, когда полностью потеряли контакт. Я чую, что исследовательский центр крепко приложили. Не знаю, почему так, просто чую. Не может быть, чтобы мы не были одной из целей. Уверен, Китай скоро исправит эту досадную оплошность. К счастью, мы отправили наши семьи в тот комплекс снаружи еще позавчера. Мы еще не знаем, достигли ли осадки этой области. Сержант Плантер предлагал сегодня выйти наружу, чтобы взять пробы атмосферы. Кажется, радиация не распространилась слишком далеко. Поскольку он был в своей силовой броне, ему не грозило облучение. Но если он был все-таки запачкался, то ему пришлось бы уйти в изгнание. У нас тут нет подходящих средств дезактивации. Я убедил парней, что мы должны похоронить ученых. Я не знаю зачем. Может, чтобы успокоить мою совесть. Я наконец начал верить их историям, когда последний из них умер. Сегодня мы покидаем это проклятое место. Я проведу массовый исход к старому правительскому бункеру в Lost Hills. Я оставляю эти записи, которые будут тут захоронены, когда сюда все же упадут бомбы. Кто знает, возможно, кто-нибудь найдет их когда-нибудь. Офигенно, да? Вот такие кусочки истории, что здесь произошло. Это просто офигенно.
Так, ради мутантов, этот, убежище, все. Так, мы по идее. Нам сюда вообще не надо идти. Вот. Потому что здесь роботы. Кстати говоря, их можно попробовать взломать. Го, попробуем. Так, а вот это вот силовое поле, интересно. Его можно как-то наукой взломать, например, или ремонтом? Что-нибудь такое. А, понятно. Так, наукой. Ничего не узнать. Так, подожди. Не можете это отремонтировать. Наука. Псина получает урон, окей. Так. Эй, ты, псина, не помри там. 20, ты чё? Так, псина у меня вообще покоцана, по-моему. Так, надо бы ее хильнуть. Это пипец. Так, подожди. Оп. О, все. Так, давайте попробуем. Вот сюда пойдем, он сразу нападает на нас. Но вот здесь вот эти лоботрясы. Я думаю, что можно их как-то взломать и попробовать получить опыт. Что скажете? Давайте попробуем. Раз уж так далеко зашли. Так, с помощью науки, да, например? Или подожди, давай можем попробуем. Ремонт. Ну-ка. Ваших навыков недостаточно для ремонта. Обалдеть. А наука? Вам что-нибудь удается узнать. Так, ремонт получается у нас 8. Ага. А ты? Тоже. Так, ладно, давай попробуем-то наукой взломать. Может, что-нибудь тут произойдет. Похоже, что система сейчас в состоянии перезагрузки. Да, тут похоже ничего, да? Блин, очень хреново. Монитор мерцает. Перед вами компьютер, матч. Ладно, фиг с ним. Это не включилось, и ладно. Сейчас главное, чтобы псина тут не померла. Этот, по-моему, лифт не работает, если мне не изменяет память. Давайте попробуем. Главное, что собака сейчас не покоцала. Зараз, ты тупая псина. Блин, господи, боже ты мой. Да, он неисправен. Главное, чтобы не померла сейчас. Что-то очишем обратно. Нам там надо пройти остальные два этажа. И мы, собственно говоря, выберемся. Так, псина помирает. Ой, это помирает, господи. А где второй-то? Тихо, иди сюда, или кто там? Ян, иди сюда, болван. Ладно, короче, проще зайти. Так, на третий. Так, и сейчас мимо этих двух надо пройти с помощью атаки, чтобы они на нас не заагрились. Это очень важно. Как оказалось, это может, можно поломать тут все, да? Поэтому лучше вот так вот пройти. Давай сейчас тоже сохранимся. Вот, и там лифт есть. Мы, собственно говоря, сейчас туда и попадем. Так, у нас у самих хелов нифига нет. Поэтому давайте немножко подхилимся. 53 пойдет. Вот так. Чтоб нас не покоцали. Так, и погнали. Так, все, по идее. Вот так заходим. И на третьем мы. Да, на второй поехали. Сейчас тут проблема будет. Вот это вот. Это просто авиапец. Ну ладно. Они встают, короче, в этот, в проход и ни черта не сделают. Но, слава богу, все-таки это работает. То есть вот так вот делом отойти. И он, видите, отходит. О, видите, он отошел. Прям здорово. Так, собака. Да, собака у нас исчезла. Очень жаль, надо ее похилить, значит. Я подозревал, что так будет, блин, но не думал, что так скоро. Так, псина, псина. Оп. Так, все, отлично. Давай. Блин, бесит. Ну отходи же, тихо, подвинься, ничего не видно. Давай, брод. Брод, давай, брод. Блин, плохо они, короче, как-то через раз все это делают. Может так попробовать? О. Все. Самое главное, чтобы сейчас собака вышла. Хорош, все, пойдет. Так. Так пойдет. Так.
Сейчас попробуем тут. Тут лоботрясы стоят, но их вроде можно тоже обмануть. А тут даже роботы. Так, а что здесь можно стырить? Черта, тут нельзя. Блин, вообще ни черта нет. Ну, я так не играю. Да что такое началось? Ну, блин. Так, вот здесь, по-моему, целая толпа этих... мутантов. Но вроде их можно тоже обмануть. Давай попробуем. А, нет, где-то не здесь, а вот. Тебе здесь не место, уходи. С чего это вдруг? Ты человек, я мутант. Человек убьет, мутант убьет человека. Здесь? А, подождите. О, господи, нифига себе у него урон, да? Ну, пока нам рано, видите, сюда. То есть, действительно, рано. Мы, по сути, этот самый, здесь, нас здесь не должно быть еще очень долго, поэтому вот так вот они и реагируют. Ну, я так понимаю, что мелким сюда нельзя, здесь живут мутанты. Так, а мы можем пройти, он забычит на нас? А, ему вообще насрать, да? Стоять, сюда нельзя, уходи! Я тоже мутант особого вида. Если ты лжешь, ты умрешь. Так, а давайте посмотрим, что у них тут есть. Оу. Блин, и у нас перевес. Ну, ёкарный бабай. Так, ну ладно. Хотя бы посмотрим, что у них тут есть. Так, гранаты. Я так понимаю, винтовки у них нет. А, они с оружием в руках, да? Блин, вот крысы, а. Вот эти очень мощные. Это с огнеметом, что ли? О! Пипец, вот это бы все забрать. Это было бы здорово. А у нас просто мощей не хватит все это. Тихо, получает ранение, теряет 4. Пунтучок. Тихо, придурок, ты что там опять? А, он через это, наверное, побежал, да? Так, ну давай тут посмотрим, что. Так, ты кто? Не входить. Так, тут тоже, видимо, какой-то этот... Нет, тебе... Тихо, тихо, тихо. Нам особо тут на этом этаже делать-то нечего. Потом уже будем когда зачищать уже, наверное, да? Проще будет. А, на экране возникают цветные узоры. Цветные узоры. Так, а что если мы наукой? Похоже, что нельзя. Ладно, все, фиг с ним. Нам тут особо-то тоже делать нечего, потому что... забрать мы ничего не можем. Вот. Поэтому, так, сейчас псину надо, получается, похилить. У нас и так все барахла. Вот это вот все как-нибудь бы надо, конечно, этот, как сказать, продать еще, вытащить отсюда, но тем не менее. Так, все, погнали. Надеюсь, там эти не помрут. Так, собака нормальная. Все, получается, на первый этаж валим, вот тут выход будет. Так, все, сохраняемся. И почти уже вышли. А, блин, я думал, это мы. Так, опять вот эта фигня. Но, благо, можно вот так вот делать. О. Давай, брат. О. Так, главное, что псина сейчас. Блин, зараза, тупая псина. Сколько там у них хилов-то у нее отбирают? Блин, это пипец какой-то. Так, где там? Все, псина, отлично. Так, брат, давай. Надо, видимо, вплотную стоять. Вот то, что можно его... Я не знаю, это фикс эдишн, либо это всегда так было. Я, честно сказать, не помню. Да давай, отходи уже, придурок. Подожди, можно сразу, типа? А, так к нему, типа, примените из этого, все, я понял. Да отойди ты, тупица! Блин, как же это раздражает. Так, главное, чтобы сейчас псина выжила. Все, замечательно. Так. По сути, тут еще компьютер вот тут есть один. Тут можно все силовые поля у него отрубить, что, кстати говоря, полезно будет, да?
Ну и придется потрудиться. Давайте попробуем. Так. Получается семерка, да? Наука. Ничего не дается узнать. Надеюсь, это как взлом работает. Или это просто можно? Вы нажимаете несколько кнопок, но компьютер, кажется, не работает. Чтобы вновь запустить, придется потрудиться. А, я его, походу, сломал, да? При первой же этом... При первом же обращении я его, по-моему, сломал. Обалденно. Вы нажимаете... Не... Да, реально, пипец. Вот это вынос мозга. То есть он сразу... Хотя, может быть, он потом по этому, по определенному скрипту будет... А, во, все, нормас. Не надо было нажимать первый раз, обалдеть. Перепрограммирование завершено. Инициализация подсистем голосового общения. Инициализация подсистемы личности. Щелк. Чем данный терминал может вам помочь? Кто или что ты такое? Данный терминал обладает искусственным интеллектом. Данный терминал является частью сети беспроводной матрицы, обеспечивающей работу удаленных элементов системы. Что это за удаленные элементы, которые ты управляешь? Данный терминал отвечает за работу всех промышленных роботов General Atomic International в этом здании. Пожалуйста, будь точнее. Этот тип промышленных роботов чаще всего называют рабомозг. Щелк генерал, General Atomic International производит лучшие в мире промышленные роботы. Купите два или больше робота General Atomic International и сэкономьте. Специальное приложение для моделей Мистер Помощник. Щелк завершение рекламного аплета. Какие программы выполняются? Текущее приложение обслуживания, тра-та-та, уничтожение паразитов. Так, завершить. Давайте, наверное, спасибо, вот завершен. Давайте, наверное, тогда... Ну-ка. Да. Давайте мы его пока просто трогать не будем. Я не хочу оставлять никаких следов. Как раз-таки, да? Вот, чтобы никто не знал, что мы вообще отсюда убегаем. Вот, поэтому просто свалим отсюда. Вот здесь вот слева, по-моему, целая толпа этих... придурков, но у нас даже обворовывать их нет. Вот, и, собственно говоря, все, ребят, мы покидаем базу эту, да. Я не знаю, как это у нас сложится на дальнейшее прохождение, конечно, но очень надеюсь, что ни черта не произойдет. К северо-востоку от входа в укрепленную базу, встроенную в склон горы, видны охранники-мутанты. Спасибо большое. Я тоже мутант. Так, у нас разговорник хороший, поэтому мы их всех обманули. Так, ракеты сейчас заберем еще эти. А, у нас, подожди, у нас нет, да, места. 250, вот говно. Блин, ладно, надо на потом оставим. Так, ну давай, агрись. Тоже пофиг, да? Все, ребят, красота. Мы свалили сейчас. Главное убежать. Вот, и красота, тра-та-та. Ну, просто обалденно. Сейчас нам надо, получается, все это продать. Все это барахло, которое мы тут добыли. И просто возвращаемся в Некрополь. Сейчас по пути только зайдем в этот, в хаб. Вот, все продадимся. И просто вообще супер-дупер. Супер-пупер. Красота. Ни разу так не пробовал именно сбегать. Сейчас вот как раз таки попробуем. Интересно, как это повлияет на то, что мы должны найти базу вот эту вот. По сути, мы уже знаем, как ее... где она, да? И это как-то интересно. О, боже ты мой, вот это да. Еще этот тут лоботряс с нами. На тебе. Так. Бой. 60, да? И ни черта нет. Так, а что у этого интересно? Ну-ка. О, опять это мантия, да? Вот интересно, мантия тоже, можно взять ее. Просто офигеть. Ладно. Так, нам надо в водораздел. Нам надо водораздел. А, подожди, какой водораздел? Нам в хаб нужен. Ты что, болван? У нас места вообще ноль, блин. А, хотя бы там в этих... да что ты, место книг хотя бы. О, торгаш, нормас. Так. А, подожди, это патруль. Видите полицейского. А можно с кем-то поговорить? Или это просто типа патруль? А что у вас тут есть, интересно? Ну, ладно, тут это... У нас там еще 5 миниганов есть, так что... Вот эти вот 26 крышек оставь себе. Оставь себе эти 25 крышек, они мне не нужны. Так, нам надо, получаться в центр. Давай сейчас быстренько пробежимся по всем. Вот, и потом в Некрополь тогда двинем. Так, здорово, лоботряс. Купить что-нибудь, продать. Так, что у тебя есть? Денежки-то появились? Отлично. Отлично, отлично. Так. Стимпаков нет ни хрена.
Так, ладно. А, забыл камеру, ой, эту... Попробовать, как ее... Рацию, да, попробовать? Сколько миниган стоит? 4000, ни хрена себе, блин. Это дичь. Не, ну это, конечно, да, это пипец. Так, это для чего? Микрореактор. Блин, а для чего нужен-то он? Я что-то не помню. Так, что тут еще можно продать-то? Так, 400, давай бафаута тогда. Две штуки. Еще одну. И... А, подожди, 1400, что-то я... Подожди, я так. Вот так. На 100 уже, да? Ай, ладно, насрать. У нас уже тут просто пипец. Деньжищ просто пипец. Так, давай сейчас к этой зайдем. Возможно, у нее сейчас обновились книги. Что здорово. И у нас там как раз таки, да, что у тебя есть из книг. Там на 60 тысяч можно наторговать, я помню. Поэтому сейчас мы вот это все барахло ей скинем. Кстати говоря, надо бы сразу, наверное, скинуть сейчас. Так, Патрики я пока оставлю. На 4 тысячи. Не то чтобы прям много. Да, вот по ремонту. Это нам все пригодится. Так, одна. Во, ровно. Да? Так, сейчас быстренько тогда все и скинем. На 60 тысяч этих миниганов набрать. Так, все пока сюда скидываем. Чтобы нам как можно больше всего взять. Вот, наверное, что много весит. Просто пипец, да. Сейчас полностью тогда все выкинем. Так, сюда, сюда. Так, 103 тоже сюда. Так, бафаут. Ну, давай, тоже, по-моему, что-то весит. Так, антиродин нам тоже не особо-то и нужен, да? Так, это все пригодится, это пригодится. Все, вот так. Так, давай, лоботрясы, где вы там? На вот этого крысе сказать, чтобы он близко держался к нам. Значит, так... А, по идее, нормально. Давай, на всякий случай скажем ему. Так, так, поменяй броню, кстати говоря. И будь поблизости. И, обговорим тактику, используй лучшее оружие. Во, вот так. Нет, ничего. А, подожди. Значит, у него нормальная броня была. Поменяй броню, используй лучшее оружие. Так, нет, ничего. О, все, норм. Так, у него одна броня, все отлично. Так, миниган мы для... Ой, не миниган, мы для себя оставим. Это для него. Так, это, наверное... Да, она хуже будет. Сразу ее продадим тогда. Давай все это заберем. Бластер пока оставим. Все, вот эту лабуду сейчас ей закинем тогда. Так, вот так. И вот с этим самое главное. Так. Так, броня нам точно нужна. Давай сюда, давай сюда. Давай сюда. Мусор тоже нужен. Так, и один миниган, наверное, не влезет даже. Нет, ровненько, отлично. Так, что у тебя есть из книг? Сейчас все конвертируем. Так, давай сюда, давай сюда, давай сюда. Так, сюда, сюда. Сюда. Ой, время-то уже. Так, сейчас быстренько, быстренько. Так, сюда, сюда и два минигана. Вроде ты накидывал, накидывал, все, 4 тысячи, пипец. Так, вот 12 тысяч, вот это уже хорошо. Так, 12 тысяч, да. А, давайте науку добьем. Так, у нас получается 2 книги всего, да? 3 даже. Вот тебе и 12 тысяч, обалдеть. На. Так, и... Что у нас еще есть? У нас еще есть целая гора миниганов. Давай сейчас заберем их. Да, вот 3 штуки. Отлично. Так, ну и все по сути. Ничего так уж прям много-то и не набрали. Патриков нам особо не надо. Так, а здесь у нас ничего нового нет у нас, да? Которое можно продать. Да, ничего особо нет. Так, ну давай, хотя бы так. 3 минигана тоже 12 тысяч пойдет. Так, на 12 тысяч можем, получается, еще тоже 3 книги купить, да? Давай 2 эти. И ремонт тогда. Так, ремонт. Тут уже побольше. 10 и 1, наверное, еще, да? Во, идеально. Отлично. Все, 5 книг на науку, прям красота. Я не знаю, правда, до скольки она будет повышаться. Давайте попробуем. Наука 64 была, да? 67. Ну, по 3, конечно, уже повышается, но тем не менее. Хотя бы хоть как-то. Давай-то сразу.
Так. Итого у нас 77, пожалуйста. Ремонт 66. Так, сейчас будет. Так, сейчас будет 74. Ну, вообще как. Ладно, ребяшки, все тогда на этом. Давайте заканчивать его. Вот, и в следующей серии отправимся в Некрополь и будем там дальше хозяйничать. Вот и посмотрим, что там с этим, с ремонтом, вот и все дела. А на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего и всем пока.